Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы вместе с вами попробуем игру под названием RoboQuest. Да, в этом месяце у нас новиночка по Xbox Game Pass, в которой пока находится предварительная версия, и которая, к сожалению, не качалась 2 часа. Не знаю почему, была просто неизвестная ошибка, установка прекращена. Но вроде сейчас с игрой все окей. Вот, сегодня на летсплее будет Снупи, мой двоюродный братан, который приходит на стримчанском, и сегодня мы ее опробуем. Поэтому, как всегда, с вас лайк, подписка на канал и пишите свое мнение в комментариях об этой игре. Ну, если вдруг кто-то затестил. Так, ну, пока Диман собирается, я начну без него. Я думаю, пока что нужно пройти обучение, понять, что как в игре и так далее. И на самом деле, эту игру я пока не разглядел. Вначале не разглядел по геймпассу, потом, когда увидел скриншотики, трейлер, она меня завлекла. Она мультяшная стилистика и довольно-таки такая быстрая по темпу, напоминающая, ну, какой-нибудь типа Квейка. Вот. Кстати, в этой игре, если что, ну, она у вас будет на английском языке, но вот здесь можно переключить на русский, если вдруг кто-то не знал. И что, напоминаю, что игра находится в предварительной версии, и поэтому перевод, ну, якобы не закончен. Так, начинаем приключение. Но стилистика, она как-то прям вообще на оверочек, прям очень-очень похожа. Так, к сожалению, вебка мешает, но там справа у нас говорят, что нам сейчас нужно будет делать. Вот, нас встречает какой-то Макс. Да, похожий на не Макса. Меня, кстати, тоже Макс зовут, но что-то... Она похожа больше на Максюшу какую-то, а не Макс, ладно. Короче, нам нужно его одолеть, либо вот так вот, как типа в Марио, либо вот так вот рукой. Кстати, физика прикольная. Так, получить пушку. Оу, мэн. Так, давайте по классике. Мы все-таки привыкли. Так, отлично. Кстати, игруха вот именно по управлению тоже капец как напоминает Overwatch. Хотя стилистика, она, наверное, больше на борду похожа. Так, подойдите к спрятанному входу. Кстати, я, исходя из трейлера, сначала думал, что эта игрушка будет что-то по типу как раз-таки Overwatch. Но вроде как это якобы приключение на одного или для кооператива. Ага, все отлично. Я просто не бежал, сори. А, это типа... Уровень — это забег. Соответственно, если ты прошел до конца, ты, ну, типа, все выполнил. Дает тебе опыт. Когда шкала твоего опыта заполняется, ты повышаешь свой уровень. Это увеличит твою силу и здоровье. Окей. Так. Ну, постараемся, видимо, не умирать и не получать урона, что, собственно, немножко сложно. Опа. Ну, в целом, кстати, ощущается она довольно-таки прикольно. Сейчас нам бы какую-нибудь пушечку из трейлера, вот было бы прикольно. Так, следуем по пути дальше. Так, что это у нас? Надо как-то разбить. Нет, просто открыть. До другой стороны, оп. И боюсь упасть. Так, получить награды. Вот это уже посерьезнее. Так. Ага. Так. Защитить себя. Опа, опа. Ништяк. Не, ощущается она реально бодро. Единственное, не такое классное управление, конечно, вот именно с точки зрения камеры. Но когда наигрался в колду, воспринять потом что-то остальное довольно-таки сложно. Так. Отлично! Отлично, отлично, отлично. Так. Это, кстати, один из которых раз, когда я не видел игру в геймпассе, как-то сначала отнесся на пофиг, да, а потом такой, о, блин, прикольненько. Так, нужно подойти к какой-то ремонтной станции. Где она находится? А, ну, видимо, вот она находится, да, окей. Сейчас... О, привет. Это я. Чё ты такой жирный, я чё-то не понял. А чё такая анимация, типа... Ты в 30 FPS, да, как будто? Игра в 60, а она 30, да. А как, знаешь, это также было в Back 4 Blood. Прям то же самое, там они не так бегают. Кстати, коннект такой даже. Возможно. Так, погнали. Миссию, если что, нужно запускать где? Вот сюда. Да. Так. Оу, мен. Так, все, я вижу тебя. Так, дружок. Это моя первая вылазка в этом месте. А тут повсюду ходят эти злобные боты. Хорошо, что ты со мной. Понял, да? Да. Слушай, а тебе дали пушку какую-нибудь вот здесь? Да мне пистолетик дали, ну-ка, это что? Давай, ну-ка. Автомат. Ну-ка, дай я посмотрю.
Реал Томпсон, а у меня вон ты какая штука. Блин. Это что такое? Что-то на овервотчевском. Ну ладно. Погнали. Ждем твоего. Что-то да, у меня нету, короче, звука стрельбы. Так. Пока момент. Ну, я еще могу перезайти потом. Если, конечно, разрешить. Сделаем. Так. У меня просто музыка играет, типа. Не, у меня, кстати, со звуком все нормально. Так. Ну, в целом... все то же самое, абсолютно. Типа, в коопе и без коопа. Все-таки отдачи не хватает, мне кажется. Отдачи чуть-чуть. Слушай, она же как на манеру Overwatch, там тоже особо отдачи нету. Ну, в Overwatch я не играл, я не могу сказать. Ну, отдача бы здесь не помешала. Да не, она же, как сказать, такая лайтовая. Была бы она хардкорная, ну, или типа на Real Life, то да. Так, вот здесь осторожно. Запилу взял? Ну, мне кажется, в упор подходить к ним вообще нет смысла. Если хочешь, на оранжевый, да. Чпуньк. Ты какая? Ты что, тебе робот бензопила? Ну-ка, заведи-ка ее. А ну, тебе тройная прям? Двойная? Да, ну, у меня бенз, кстати, расходуется. Но он бесконечно здесь, мне кажется. Я когда играл, он восстанавливался. Новый уровень. Блин, с этой пушки не так как-то легко попадать. Нужно рассчитывать прям траекторию. Ну зато гранаты без. Здесь интересно, можно цвет, наверное, поменять, да, у чувачка? Одинаковых. Не, я так понимаю, тут даже есть классы. Сейчас восстанавливаем здоровье. Что-то улучшить оружие, что-то. Погнали дальше. Сейчас бробота. Ты теперь бробот, Диман. Гов сюда. Арбалет взял? Мне кажется, он отстойный. Не знаю. Ты вместо пистолета? Да. Я бензопилу там оставил. Окей, ну, слушай, а где ты ее оставил? Вот, контейнер. Вижу, ну-ка. Дай-ка я сейчас истрачу, посмотрю, она бесконечная или нет. Да, она бесконечная. Погнали. Они не открываются. Давай сюда. И на X. Погнали. Погнали. О, тут самовзрывающийся есть. Кстати, отдача есть, вот, заметно, но чуть-чуть прям. Не, она, она просто чисто визуальная, то есть у пушки, по сути, отдачи нет. Вот как ты навел прицел, он и будет стоять. Ну, мы же типа за роботов играем, вроде логично, что отдачи нет. Ну, так-то да. Так. Типа, какая-нибудь там механическая стабилизация при стрельбе, чтобы красиво было. Бробот. Блин. Хорошо, что здесь подзарядка плюс-минус такая быстрая. Единственное, быстро нужно здесь здоровье подбирать, потому что она оп и пропадает. Вот, ты как-то на рельсе. Это надо наверх встать. Это, кстати, как в психонавтах механик. Или как Sunset Overdrive. Да, кстати. Взрываю всех. Мне вот интересно, можно ли здесь друг друга лечить? Наверное, можно. Мне кажется, самое главное сейчас. У меня уже не так много здоровья. Сейчас. Каньон позади, ранг A. Уровень пройден и все. В общем, знаете, если подводить итог какой-то игре, то это совершенно простенькая игра на 3 гигабайта, от которой вообще нету смысла чего-то, наверное, какого-то глобального развития, наверное, ждать. Вот, конечно, интересно посмотреть, что они там придумают в итоге, но пока очень-очень скучно. Играется бодро, довольно-таки прикольно, да, управление тоже нормальное, но как-то для чего это, зачем, почему, пока не очень понятно. В общем, если вы захотите ее пробовать, подписочку можете там приобрести. Если она у вас есть, просто заходите в стор, вбиваете, тестите и, соответственно, как бы это все обсуждаем. Но, если честно, я думал, это будет поприкольнее, потому что когда ты смотришь трейлер, там все взрывается, классно, в целом в игре тоже так же, но какого-то смысла и наполнения в игре пока что просто нет. В общем, если коротко, то игрушка просто затычка для геймпаса.
Да. В общем, на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Если такой летсплейчик вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо за просмотр. Пока-пока.